Юных рэкетиров, которые с пистолетами напали на 40-летнего продавца шавермы, поймали. Это было во вторник. В половине десятого двое 15-летних зашли в мини-кафе «Шаверма». Они достали пистолет и уверенно потребовали деньги у взрослого мужчины. За действием наблюдали их знакомые. Юноши бросали в адрес продавца шавермы обидные слова, но он не ответил. Обратился в полицию. Пистолет оказался водяным, но материалы проверки передадут следователю. Он будет решать, стоит ли возбуждать уголовное дело. –